Все, мы собирались встать в 6 утра, но не смогли. Ну, меня радует что-то на самом деле, что мы все-таки нормальные люди. Как бы типа не очень, но не настолько кончены. Надо проходить сюжет, смотреть, что там. Как это? У меня была мысль. Может быть, фонтейн уже затоплен, и все это какая-нибудь очередная иллюзия, спектакль. Да, они в матрице живут. Потом была мысль, что Фурина на самом деле какая-нибудь с раздвоением личностей, как какой-нибудь Хершер очередной. А, ладно, посмотрим, что они там придумали. Как кажется, всегда мои мысли слишком эпичные и грандиозные, а на самом деле будет как-нибудь так. Ну, посмотрим, ладно. Дальше. Вообще, я собрался крутить. Ну, сегодня, кстати, компенсации много прислали, так что забирайте с почты. Да, почту компенсацию я уже забрал. Ну что ж, один архонт будет призывать другого. Я не уверена, что они бы поладили, ну да ладно. Могу взять двух архонтов. С кем? С Нахидой? С Нахидой, да. А чё нет? Ну ладно, возьмем еще Пира Архонта. Сянку? Сянку. Она ниже. С Бенни, рядом с Бенни, над синим. Тоже хорошо. Все, больше у меня Архонтов нет. Ну, по мне так Казуха лучше, чем у него. Так, ну... Ну что ж, давай. Первым делом буду крутить персонажа. У меня там всего где-то 4 крутки откручено. Где там история? Я уже ищу эту. Тихо. Да. У меня... ну зато у тебя гарант. У меня гарант. У меня та, что была джин. Я проиграл. Ну, кстати, Грац, вкачай ее, она крутая. Не успеваю. Я пытаюсь все эти выбить. Да не успеваешь, ты ленивая скотина. Нет, я каждый день смолу спускаю на данж с сортами черненькими для Эола, и каждый раз мне выпадает защита либо ХП. Ну а зачем тебе арты? Пока одуванчики на нее собирай, уже офигеешь. А у меня одуванчики, мне кажется, есть. Нет, может и нет. Ты их как раз потратил на Эолу. Так, 234 крутки. Вчера в последние минуты, просто вот минут 5 оставалось до закрытия серверов, я проходил бездну. Закрыл на все 36 звезд. Погнали. Зато может Шарлотту получить. Я, да. На самом деле тоже очень ее хочу. Шарлотту, да. Но поскольку я все слила на Ризве, мне уже особо не нужно. Кэшбэк тоже хорошо. Шарлотта, Фурина. Это вот хорошо, что они ее сюда запихнули, а не... Да, я, если честно, удивлена. Я думала, она будет во второй половине с Кайна и Аята, как они обычно это делают. Угу. Удивительно, если честно. А вот и Шарлотта. Грац, везет. Я так и не поняла, она хил? Она чем-то, я не знаю. Она чем-то камерой похожа на Нахилу, а каким-то Ешкой, по-моему. Ну, там есть другим. Что-то хильское, но я подумал, мало ли, может, это тоже такой же хил, как и вот у этих всех. Ультой она похожа на Диону. Ну, короче, надо будет тест. Ну, по-моему, ну... тоже были такие микроспойлеры, что она через ХП и типа это. Ну, походу, она хил, да. Ну, не надо, читаем. Либо сам себя хил, самохил. Не, на пати. Опять Байдо. А Байдо, что ли, в этом? Да, Байдо, Калей и это... А Калей у тебя C6? Я не знаю. Ну, жми, давай, ладно, узнаем. Я знал, как я крутила Ризу, но я одного Тома не знаю. Было бы неплохо еще Керар, если выпало. Да, мне тогда безбожник попал. Это сколько я уже? 4? Я что-то сбилась, но поверю тебе. Я себе не верю. Еще одну. Понятно. Да.
Можно шарлотту насыпать? У меня бредов уже собрано. Не, кэшбэк это хорошо. Ну да, но персонаж особенно новенький. Твою. Мне да, мне, если учитывать, что я везде дотянусь до самого-самого-самого, проиграю, как обычно, на оружие два раза, первый раз. Молитвенные ветра, второй раз погибли. Да. О, нравится. Еще одна шарлотта. И еще одна шарлотта. Прикольно будет. Да. Так, итого она мне уже... Все два, да. Так, у меня было 230, сейчас 170. Что-то не складывается. Следующее будет. Потому что вот это вот уже чуть ли не 70. Ни хрена себе, Нина. Тоже кэшбэком. Да. Она будет вот сейчас. Ну, дотянула. Да, до победы. Да. Еще в самом конце. Еще в самом конце, ё-моё. Ну, не рад. Хорошо, когда я рад. Так спокойно. Да, но нету интриги. Ну, да, но... Спасибо. Зная меня, манала я эти интриги. Так. Было 100... Ой, было 230, стало 150. Ну, до хера, конечно. Ну, да, это 80. 80. Конечно. Да, практически до самого конца. Оружку. Ставь путь. Уже поставлен. Хорошо. Байджу у тебя есть, поэтому это не будет плохо. Байджу же у тебя есть, правильно? Есть. Ну и все, ничего страшного. Поэтому я считаю, тут ничего страшного, если что, не будет. Хорошо, если ты просто просрешь на его конус. Все, у меня теперь как в ХСР, я жму на эту самую. На кого? На лупку. Угу. Посмотрите. 20, 30, хорошо. 40. 50. 51. А, даже так вот. Будет прям 20 штук тебе открутить и прилетит. Песен разбитых сосен. Это от двурукой Олы. А, то есть это победа. Угу. Я же думал, мол, какая-нибудь очередная молитва с Димитром. Если не это, то следующее. Я сейчас, наверное, офигею, если повезет. Я просто офигею. Офигеть! Да ладно. Я не проиграл, отлично. Значит, следующие куртки оставляем на... Кто там следующий у нас будет? У нас Навия Рейден. Навия Рейден. Вот Навия Рейден. Я прям даже не знаю. Хочу всех. Блин, ну Грац, чё. Это прям что-то несусветное, если честно. Хорошо. Все, 130 остается. Нормас ты сэкономил. У меня... Да. Мне система такое не прощает. А тебя еще там и кэшбэка насыпала. Кстати, о кэшбэке. А чё? Вот, 47, видишь, там офигеть. А, мне это. А бэнд у тебя фунт? Ща. Мне вот это надо тогда скупить. А почему все равно так мало? Что-то я не понимаю. Подожди. А, вот ты сейчас только накопил? Угу. Ну, хорошо. Бэнд у тебя есть, Лиза, не знаю, насколько он тебе нужен. Если что, можно пережить. Mm-hmm. Я вот за Кея охочусь, но у меня теперь там и кэшбэка нет. Ничего, да? Так, кого я заблудился. А я забыл, кого ищу. А что ищешь-то? Вот магазин. А, нет, просто 136. Угу. Так, кого нам отсыпало? Ну, у тебя из новых шарлотт. А, шарлотт. А, созвездий у тебя не было. В смысле этих, ну, на старте, а они кэшбэчные. Да. А, и Фурина. Заодно сразу сигну ей дали. Чё там Шарлотте, потом будем разбираться. Угу. Ну, у неё катал. Короче, вангую, это ещё один носитель этой драконоборца. И всё, она хил. Крит урон. Да. Больше похож на
палку от зонтика. Ну и посох. Мне это напоминает посох. Ну, да. На маленький посох. Такой вот. Или такую чуть-чуть. Восстанет ее. На парадах, если видел. Угу. Ведущий парад иногда ходит с такой вот штучкой. Я вот все видел, какие-то там эти скандалы, расследования, что у нее нет хвоста. А, нет, говорят, там какие-то стойки. И из-за чего как раз она будет менять юбку. А будет ли она менять прическу, я не знаю. Вот. Но это надо все там смотреть. Так, я потерялся. А где у нас гардеробчик? А что толку, ты крылья еще новые не открыл? Да эти неплохо будет. Ну, фонтейнские чисто, они под нее. Они как раз... Вот и... эти даже еще больше подходят по цветам. Ну, с оглы. Мне, кстати, больше вот эти вот крылья, которые плотные, они мне очень нравятся. Они на Аято у меня, по-моему, стоят или что? Нет, не помню где. На ком-то, короче, стоят. Вот. Так, да, эти очень клевые. Давай возьмем. Потыкаем. Ну, во-первых, тебе надо их вкачать. А, еще не забывай, что фурины, по-моему, качаются фул за новую локу. Так что шуруй проходить, во-первых, сюжет. Да. Тебе надо будет все собирать. Ну, все. Ничего, брат? О, полетел. Отлично, сэкономили. Семейный бюджет. Да. Халдой она меняет, значит. Прическу и это самое. Оп, коротенькие волосики. Эй, клиненькие волосики.